В Анкаре меценат оплатил стоимость 1000 батонов и попросил раздать их нуждающимся. Сотрудники хлебного магазина с радостью откликнулись на просьбу и поучаствовали в благом деле. Спонсор благотворительной акции пожелал остаться неизвестным. Местные жители, увидев объявление о бесплатном хлебе, тут же выстроились в ряд. Никакой давки и ссор. Люди уже привыкли к акции и спокойно ждут своей очереди. Единственное ограничение – не более 5 единиц хлеба в одни руки. За бесплатными батонами приходят в основном старики, женщины и дети. Владелец хлебной лавки Яшар Гюнен отметил, что при поддержке состоятельных граждан бесплатная раздача хлеба проводится 1-2 раза в месяц 2009 года. Пусть Аллах будет доволен теми, кто делает пожертвования. Мы стабильно раздаем хлеб малоимущим. Меценаты отдельно выделили деньги и на пакеты для хлеба. Я очень рад быть причастным к благому делу. Счастливые обладатели бесплатного хлеба не скрывают радости и от всей души благодарят спонсора акции. Я уже второй раз получаю бесплатный хлеб в этом магазине. На днях была такая же акция. Вот бы так было всегда.